Глобальный криптовалютный майнинг потребляет больше электроэнергии, чем некоторые небольшие страны. Как сообщает Business Insider, майнинг криптовалют становится все более популярным, и количество электроэнергии, потребляемой на майнинг, действительно впечатляет. По сведениям основателя DigiCoinist Алекса Девриса, вся сеть Ethereum потребляет больше электроэнергии, чем весь остров Кипр, что составляет около 4,2 тераватт-часов. Он также заявил, что Ethereum планирует отказаться от существующих энергоемких алгоритмов майнинга и перейти на новую модель.